И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в этом ролике попробуем вылепить, значит, Y молодую. Заодно давайте рассмотрим именно, как, значит, происходит скульптура, значит, 6-летнего, 5-летнего и 10-летнего, допустим, ребенка. Да? Там где-то Y, наверное, ну, лет 11-12, где-то вот так, наверное. Так, значит так, сначала по болванке. Так, вот такое строение, значит, черепа. Почему используют, значит, в мультипликациях молодых, допустим, там персонажей, да? Давайте рассмотрим, как все устроено. Смотрите. Так, сейчас буду рисовать. Цвет какой-нибудь, давайте, синий, приятный. И вот смотрите, все наши черепушки, вот, все головы, да, они включаются вот в такую систему. Так, вот, допустим, мы рисуем квадрат, да, приблизительно, да, потому что тут ровно не получится идеально. Так, вот у нас квадрат. В этот квадрат попадает, допустим, голова. Так, шею отпускаем вот таким вот образом. Во. Здесь, конечно, еще тут золотое сечение можно прогнать, там все это дело попадает, все красиво, да, но... Значит, смотрим. Так. Вот у нас, значит, квадрат. Квадрат делится на 4 части. Так, здесь скосил. Вот такая штука получается. И смотрите, чем моложе персонаж, тем у него ниже глаза. Вот. Ниже рот, ниже нос. И, значит, глаза у него где-то будут вот тут. Вот так. Когда персонаж, ну, особливо, значит, и уши находятся на зоне вот этой вот. Видите? Ухо попадает по носу и, значит, поверху глаза. Вот такая штука. Ну, а центр, конечно, выходит посередине. И чем моложе персонаж, тем ниже у него глаза. Вот, глаза у ребенка могут быть здесь, черепушка у ребенка большая. И когда растет, значит, наш персонаж, в зависимости, ну вот здесь, допустим, ему 4 года, здесь, допустим, ему 6 лет. И когда он поднимается выше, вот смотрите, следом у него глаза выходят вот сюда. Это уже ему здесь лет, наверное, будет 12-13, вот. И вот эта вот полоска, вот вверх идет, вот здесь у нас, значит, брови. И этот глаз выравнивается на вот этот квадрат, вот именно где сейчас бровь, становится глаз, и он становится посередине. Вот эта полоска проходит посередине, и вот здесь у нас получается тогда бровь. Вот, и дальше это все дело уже, в принципе, не меняется. Тут идет старение, ну, само собой, и поднимается ухо, да? Уши тоже поднимаются, в зависимости с глазами, все это дело растет. Потом, если это мужик, значит, подбородок меняется, форма скул, но это уже другие изменения. И вот смотрите, когда мы будем сейчас лепить Y, допустим, 12 лет, то у нас на этом квадрате глаза должны проходить где-то ниже вот этой вот полоски, вот этой вот. Вот, квадратом делите и смотрим. Так, сейчас я другую болванку. Вот с этой болванки, значит, я лепил эту, как ее называют, джинс, на П ее как-то звали, Палбер или как, Палмер. Вот ее лепил именно вот с этой болванки. Она как раз подходит щеки. Единственное, что, значит, вытягиваются вот эти вот губы чуть вперед. Там шея уходит чуть назад, в принципе, ну, чуть болванка такая, да? Уши, в принципе, все подходит, черепушка немножко меняется и уровень лба. Ну, чуть-чуть вот так это дело все становится. Вот. Все. Вот вам, считай, почти Палмер. За исключением, что тут еще немножко, значит, дорабатывается вот эта часть округлая, значит, лица, немножко
больше выходят щеки надутые. Вот такая штука. Так, теперь давайте загрузим другую болванку. Так, у меня среднего возраста, по-моему, нет. Так, смотрим теперь по этой болванке. Это уже взрослый человек. Сейчас мы, опять же, давайте посмотрим, что у него происходит. Опять же, делим нашу голову. Ну, приблизительно, да, вот квадрат. На 4 части. И вы видите, что эта часть проходит прямо по глазам. Здесь вот у него уже глаз. Все, бровь поднимается, голова, значит, чуть становится сплюснутой. Не то, что она там, допустим, в молодости как-то там раздута до таких размеров. Ну, кстати, у ребенка вообще глаза вот тут находятся, у молодого тут нос, вот это и большая черепушка. Так, теперь, надеюсь, все это дело понятно, да? Так, давайте еще один аспект рассмотрим. Смотрите. Еще строение черепа в чем заключается? У нас есть укосина, значит, челюсти. Потом идет у нас от уха. Вот здесь будет точка у нас. Вот. От уха ровная полоса. Дальше от уха уходит еще одна полоса. Можно ее чуть-чуть, видите, укосиной. Ну, она, по идее, должна быть ровная. И вот от этой ровной части это уже пошел череп. Вот, от уха. Все от уха пляшем. Значит, что еще? И вот по глазам, смотрите, делим вот эту вот штукенцию всю, вот этот угол, который получился, делим пополам. Это будет где-то вот тут. Вот и все вот эти вот причиндалы, которые помогут, значит, лепить. От уха. Верх уха, смотрите, когда мы начинаем лепить, то, ну здесь вот чуть оно ниже, конечно, да, получается, если мы выше поднимем, как раз эта полоса опустится по глаза. Вот так. И получается, вот это верх уха у нас должно выйти, вот ухо должно быть вот здесь у него, вот. Тогда ухо выходит на верхнюю бровь. А низ уха вот, будет выходить на нос. И получается ширина уха, потом получается тут ухо, потом получается тут ухо и тут ухо. Вот, грубо сказать, у нас получается голова вся, это 4 уха. Размер уха. Дальше ухо, опять же, это является... Так, сейчас отключу. Размер уха у нас является, это глаз. Вот это вот вся впадина, сейчас смотрите, вот это у нас получается ухо. Вот полностью вот эта дуга бровная, вот эта впадина. И получается, что здесь у нас два уха. Если в ушах, то все мерить, конечно. И получается, что у нас одна часть, губная часть, нижняя губа, подбородок, потом идет самая длинная, это значит нос, потом идет брови и потом идет черепушка. Вот получается у нас большая часть, маленькая, большая, потом идет две маленькие и опять большая. Один, 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 два, один, все, ноль. Вот такие у нас деления, значит, по всей этой штуке. Но ухо у нас должно быть вот тут вот, по идее. Ну, чуть ниже, чуть выше, но в принципе вот на вот этих двух частях. Так, все, погнали теперь в вай лепить. Так, надеюсь, все это дело понятно, да? Так, теперь что у нас? Симметрия опять. Рекомендую еще раз вот эту программу именно для болванок. Почему? Потому что здесь все просто, здесь вам 100 пудей понравится лепить, но если вы сразу залезете в блендер, то возможно у вас пошатнется желание вот этих всех напрягов, ненужные сразу, ненужной информации, где-то плохой вид, где-то работа с сеткой.
Это вам понадобится, когда вы уже на этой программе научитесь нормально лепить, ну, более-менее, да, когда почувствуете, какой кайф это лепить, и тогда уже можно идти в любую программу и там уже мучиться. Где-то легче, где-то тяжелее. Это вы уже сами себе потом программу подберете. Но для болванок это незаменимая программа. Я с нее начинал. Если бы я начал с блендера, навряд ли бы я уже, наверное, плепил бы. Я до сих пор в блендере ненавижу лепить. Ну как ненавижу, да? Лепить и там можно. Но там получается, если здесь любую модельку могу сделать, допустим, ну за 20 минут болванку там, да? За 15, то получается, если я зайду в этот в блендер, то я могу одну модель делать неделями там. Вот так вот. Так, смягчаем, значит, голову. Ну, это лично мое мнение. Ну, сколько я разговаривал со знакомыми, которые вот лепят, да, которые мне там тоже помогали с советами поначалу, давали какие-то информацию какую-то, которая мне очень в те времена была нужна, но ее искать было очень трудно. Они все говорят, что в данный момент лучше зебры нет для скульпта. Вот. Блендер, в принципе, для моделирования, я согласен с этим, что низкополигональное что-то делать, там простенькие персонажики какие-то квадратные, там, возможно, персонажи, где не нужны четкие, допустим, детали губ, да, там, ну, какие-нибудь, я не знаю, как их там назвать. Вот, допустим, Crazy, как вот там я лепил вот эту персонажи вот эти вот мультяшные сейчас, вот, которые лепят квадратно-гнездовые, да, ну, те вот, в принципе, можно там делать. Если что-то серьезнее, вот тоже. Ну, есть вот, если по одежде, вот честно так, да, вот по одежде, то лучше, конечно, одежду в блендер моделировать. Какие-то детали можно вылепить, но они все равно скульптурными кажутся. Если более реалистично, то лучше модели. Так. Ну, вот опять подготовили модель. Так, надо ее сразу потом как-нибудь подготовить и вот так оставить, чтобы каждый раз ее не выглаживать. Если вам кому-то нужна эта болванка, ее можно скачать, значит, ZBrush, скинуть. Или в группу я выложу, значит, эту болванку, потом несколько болванок по возрастам, да. Она экономит, значит, время, вот это все дело. Если вы начинаете только лепить, ну, желательно, конечно, поначалу лепить со сферы, там, с какого-нибудь примитива, допустим. Ну, чтобы понять, что это вообще такое, изначально строить, значит, форму черепа и как это все дело происходит с начала скульпта. Так, нам теперь понадобится вай, да? И вот смотрим, что это, вот это, у нас уже человек, ну, где-то лет 20, да? Ну, и выше. Потому что там уже не меняется структура этого, значит, головы, черепа. Нам вот эти глаза, вот как раз нужно припустить. Вот эти вот брови, дуги бровные, да. Сейчас поработаем с мягкостью вот этого черепа. Вот. У женщин, значит, череп вот такой. У мужчин скула квадратная в основном. Вот. Так, это Ctrl-Z. Так, теперь подгружаем Open Background, находим Y молодая. Так, пробуем другой, потому что здесь, опять же, такая фишка, что когда вы делаете, так, рабочий стол, когда вы, значит, начинаете лепить с картинки, то бывает она в этой программе сплющивается и получается чуть-чуть искажение. Вы вроде бы лепите правильно, но нужно чуть-чуть, значит, это дело уменьшать. И вот смотрите, теперь, когда мы подставляем нашу вот эту голову, вы видите, что у персонажа, у взрослого,
голова вытягивается и становится череп уже. У ребенка это дело работает вот таким вот образом. Раз, височные доли у нее, вот черепок, вроде уже небольшой, но еще не плоский. Так, по черепушке. Задняя черепушка тоже у дитя вот здесь вот чуть-чуть побольше. Так, шея, конечно, у детей она очень тонкая. И уходит вот сюда. Вот таким вот образом. Далеко гортань нельзя уводить, потому что гортань, она все равно имеет свою как часть. Вот от этого черепа она не должна, допустим, уходить вот сюда. Вот. Так, понятно, наверное, и это, да? Так, ну вот приблизительно голова Вай. Теперь что мы наблюдаем у подростка, что у нее лоб. Вот лоб у нее тоже. Он квадратный еще. Он еще, как бы говорит, не начал растягиваться, да? Вот. Вот такая у нее штука получается. Чуть-чуть пониже бровные дуги. Теперь подбородок узкий. Здесь можно шифтом еще выгладить. Все выглаживаем. Так, что у нас там включается, когда что-то не работает, то у вас или текстура включилась. Бывает такое дело. Не так щелкнули, не так повели. Вот. Так, шею тоже можно тут повыглаживать. Черепушку. Видите, как тут все мягко. Как тут все красиво. И полигонов у меня 12 тысяч. И в принципе они расти не будут. Я могу сейчас еще детализацию понизить. И все, видите, сетка не растет. Вот, все прикольно. Вот это мне здесь и нравится. Что, опять же, восприятие модели, да, когда вы лепите в блендер, там все такое более строгое, свет по-другому падает, маткапы надо. Вот здесь вот приятный маткап, вы видите. Если я этот такого же цвета маткап закину в блендер, то совсем будет другой у него вид, более такой резкий, да? ZBrush тоже, вот этот маткап я закидывал, значит, в этот ZBrush, тоже другой, ну как, другой становится вид этого, значит, маткапа. Здесь мне нравится, очень мягко, глаза не болят, заморочек нет. Ну вот это вам еще одна реклама, значит, вот этой программы. Надеюсь, что ее не сотрут, значит, полей, значит, YouTube, что ее все еще можно будет скачать. Так, теперь что смотрим? Опять же по носу. Видите, нос у нас взрослого человека. У ребенка такого быть не может. Вот так у ребенка может быть. Вот. И нос чуть пониже. И вот здесь чуть-чуть еще переносится мягко. Вот. Так, теперь что у нас получается? Опять же нам нужно брать флаттен. И все это дело чуть-чуть. Можно шифтом выглаживать. Потом где-то можно добавить, что-то будет. Так вот. Ну, Вай нос, он в прошлом ролике я показывал. Он у нее как бы, как сказать, интересный такой, как грузинский, что ли, переносится такой, да? Ну, где-то так вот. Сейчас его потом еще будем корректировать. Так, нос опускаем еще ниже. Так, теперь смотрим. Смотрите, деления какие у нее. Нос. По глазам проведем. По бровям проведем. И, значит, лоб и уровень волоса. Так, губы и подбородок. Вот смотрим, у нас раз, самая большая одна и самая большая вторая. Вот как я и показывал. Значит, один. Получается 1-1. Здесь у нас, если еще добавить, короче, ну как, еще одну переносицу, допустим, по подбородку, то получается, ну как, 2 так и выходит, да? Вот еще одну линию тут если добавим, то будет 2. 1-1-1-2. Ну можно, 1, если лепить, то 1-1-1. Тут пусть тоже будет 1 и 1.
все по единичке, но две большие. Так, теперь, значит, что? Как можно обыграть вот эту ситуацию, да? Картинка сбоку, персонаж спереди. Выравниваем наш персонаж. Тут чуть-чуть, видите, он еще должен быть как бы вот так ровненько. Как это все дело сделать в этой программе? Вот он чуть-чуть наклонен. То мы выбираем, по-моему, ротация. Уменьшаем нашего персонажа. А, переключаемся, значит, по-моему, граб включаем. Так, с грабом не получится. Ну-ка, что у нас тут? А, вот. Главное захватить его. Ну, чуть-чуть, значит, перекручиваем. Все, теперь, если мы выравниваем, все, ровный вид у нас. Так. Делаем голову приблизительно такую же, как у Y. И смотрим. Вся лепка происходит по центру. Если мы начинаем модель уводить в бок, видите, куда она становится боком. В этот бок становится другим боком. Вот именно по центру здесь у нее правильный вид. Так, выровняли вроде бы правильно. И смотрим. Ниже надо сейчас. Мы это все сейчас смоделируем. Опять же, плюс-минус, да? Так, это все дело отключаем. И вот теперь можем голову подгонять. Так, поднос. Вот такая штука. Чуть-чуть, значит, еще пониже. Вот. Вот теперь верю. Так, надуваем, значит, еще немножко голову. Так, теперь уменьшаем еще подбородок, опускаем линию рта. Ну и нос тоже. Так, брови чуть-чуть выравниваем, чуть-чуть подтягиваем. Теперь можно, вот таким образом прям можно и лепить. Прикольная штука. Первый раз так, кстати, леплю. Так, теперь через Alt уменьшаем, значит, клей билда подключаем, будем интенсивность побольше. И, значит, раз мы в таком варианте лепим, то, значит, здесь поменьше интенсивность и, значит, вид этих, как его называют. Так, все понятно, все сделано. Так, теперь что у нас? Интенсивность. Губы намечаем. Alt. Проводим, углубляем подбородок. Так, все, теперь можно это дело отключить. Ну вот, в принципе, уже наметка прошла. Так, теперь у нас большие вот эти части. Здесь уже можно клеем. Здесь они надутые. Кстати, Вай, заметили, что Вай больше как-то мужика напоминает, да? Ну, пацана, такая у нее пацанячая такая у него внешность. Так, вот когда вы что-то вдавили, нужно это чуть-чуть вытянуть. Так, переносицу чуть-чуть уводим. Сейчас добавим, значит, наши эти, как их называют. Брови, так, это значит округлость, рисуем, нос еще потоньше, шрифтом можно выгладить. Так, теперь корректируем нижнюю часть глаза, мешок создаем, да? Так, теперь у нее идут губы, вот жаль, что вот нет у нее вот этой, как ее называют, референса, значит, этого... Как его болеть? Значит, фас профиль, вот эта вот штука, да? Делаем потоньше. Видите, у нее подбородок
еще поменьше. И вот здесь вот где-то вот эту часть можно тоже вдавить, ямку создать у челюсти. Ну вот где-то в таком духе получается. Что мы имеем? Теперь нам нужно сделать нижнее веко. Так, это будет здесь вот такой прям мешок. Гладим его. Все, он дал свою форму. Здесь тоже подрезочку. Так, здесь бровь. Бровь проведем, значит, без клея ровную полоску вот так. И флатеном это все дело докорректируем, чтобы у нас вот эта вот такая была острота, да? Так, здесь тоже округлим чуть-чуть. Так, добавим теперь черепу вот эту вот полоску. Сейчас покажу. Ну, ее можно, конечно, вдавливать просто вот этот висок. Вот здесь вот. И тогда получается вот эта вот, ну, как бы полоса, да, вот эта вот ровная такая. Вот. Так, теперь. Как таковых щек я у нее не вижу, да, вот этих, ну, скул. Смотрим, давайте рассмотрим у нее. У нее вот идет здесь впадина, чуть-чуть. И вот, в принципе, ничего такого, да? Значит, добавляем только щеки. Вот эту вот часть более пухлую делаем. Ну, а здесь уже почти она на взрослую переходит. Так. Так. Что нам сделать? Вот эту штуку флатеном, значит, мы тут все выглаживаем. Все вниз идем. Так, теперь чуть нос. Делаем ей теперь вот эти вот отверстия, ноздри. Так, вот здесь вот, в принципе попал, вот так у нее где-то и выходит, вот на картинке, видите, вот эта вот часть, если ее видно, то здесь получается вот такой вот переход, если ее не видно, то переход тогда вот такой. Так. Угу. Давайте теперь губы сделаем, чтобы уже персонажа, как сказать, почувствовать, да, что это персонаж. Так, губы. Накидом делаем. И губы у нее тонкие. В принципе, видите, я попал по толщине губ. Но вот так это все дело не может быть, видите. Нужно это все дело теперь докорректировать. Вытягиваем губы кверху, вот так поднимаем. Нижнюю чуть-чуть оставляем. Так, теперь подбородок чуть-чуть вперед. Так, и можно подбородок чуть-чуть вот так как бы к низу, да? Ну, в принципе, можно и фрис лица чуть-чуть подтянуть, чтобы он так сильно не торчал. Так, скула. В принципе, одобрям. Ухо. Сейчас все и ухом займемся. Так. Ну вот, в принципе, что? Если вот сейчас вот эту вот картинку я наложу просто даже вот на эту болванку, то если совпадет вся эта штукенция, то будет хорошо. И персонаж будет похож. Вот в чем заключается фишка, что главная покраска. Если вы сделали прям идеально каждую там мышцу, каждую там, как все это выделяется. Ну, начинаете красить в болванке вид один, начинаете красить, приобретает вид другой. И если вдруг не те цвета, не тот фасон, то, в принципе, как бы персонаж точно не был подогнан под картинку, он не будет играть, ну, в смысле, не будет узнаваем. Поэтому очень художники и востребованы, чтобы всю эту штуку, значит, правильно красить. Вот опять же на Даркейна вот цвета подбирали, допустим, да,
Вот эти вот все. Красный волос у нее должен быть. Почему красный? Почему не черный? Почему не блондинистый? Черный дали вай волос. Вот тебе, пожалуйста. Где эта красота брала краску для покраски, да? Так, теперь вот видите, вид сверху не попадает по векам. Вот, если кто заметил, да? Вот глаза. Глаза должны быть вытянуты. Щека должна уходить вперед. Вот так надутая. Сейчас вот видно, наверное, да? От глаза я тяну вперед. Теперь я натягиваю на губу вот эту вот часть. И вы видите, как возле губы вот эта масса, значит, дает другой внешний вид. Вот что я сделал. Я вот эту вот часть вот тянул вот вниз. Вот сюда. И у меня получается здесь вот так вот теперь напухлость. Вот так она выглядит. Треугольником. И у меня уже получается другой вид персонажа. В принципе, уже осязаемо, что это она. Видите, что много тут такого не надо, что прям вы начинаете там сидеть, где-то какие-то детали выдумывать. Просто нужно постараться поймать вот эти вот все размеры. Почему? Потому что ну, придумали тогда симметрия, там пропорции. Изучайте пропорции, анатомию. Хотя анатомия вам по чесноку сказать и не нужна. Так, теперь натянем вот эту нижнюю часть, спустим на веко, выгладим чуть-чуть и, значит, это дело приподнимем. Ну, чтобы правильно было, потому что скульптура фашистая, она не любит, когда вы прям что-то куда-то тянете, прям вот ну, сильные такие растяжки, да? Так, сейчас я вот это все пока сохраню. На всякий случай. Программа, в принципе, не вылетает. Вот сколько я лепил, такого не было, что прям раз и наполовину какой-то работы бывает зависает. Бывает зависает и потом никак не может вывеснуться и приходится отключать. Ну, бывало, вылетало, если, как, не знаю, сбои какие-то, слабый у меня ноутбук был. По-моему, вылетало, да. Не так часто, но бывало, расстраивался, что вот-вот уже почти доделаю. И с тех пор я понял, что все программы, в которых вы лепите, лучше почаще сохраняться. Потому что кто его знает, да? Ну вот. Так, теперь вот эту часть, видите, где по глазу, что происходит у нее? Вот здесь от виска надутость. Вот. Сейчас покажу вам. Вот эта вот часть, видите, и глаз. Вот он. Вот эта часть, это уже висок. Это уже висок. Это уже не, значит, не вот эту часть вы тянете, вот. Казалось бы, да, вроде бы она. Нет, тут вы видите, что глаз у нее. Ух ты. Вот вы видите, что здесь глаз у нее. А это уже лоб. А вот эта часть, это уже височная доля идет. Вот где ухо, это уже висок. Поэтому тянем. Сейчас покажу. Тянем именно височную часть, вот эту. И, а эту оставляем на месте. Здесь должен быть треугольник, все как положено. Так. И что у нас получается? Смотрите, щеку мы натянули. Теперь мы эту щеку чуть-чуть
Платоном. Ах ты, это многовато. Уменьшаем интенсивность. И лучше понемножку. Раз, так, оп. Выглаживаем, потому что у нее лицо должно быть полностью выглажено, ну, гладкое, да? Все-таки деваха. Так, здесь тоже уменьшаем. Низ округляем. И подбородок еще уменьшаем. Во. Но не трогаем вот эту часть. Смотрите. Когда мы уменьшаем вот эту часть, ты что-то переключаешься, как она так умудряется. Не трогаем вот эту часть. Здесь вот у нас, смотрите. Вот у нее от носа идет вот эта часть. Видите, а здесь надутость. Вот. Вот она, показана нам полоса. Вот она, наша полоса идет к этой губе. Вот здесь вот наша надутость, вот есть она уже. Здесь у нас, вот видите, здесь тонко, он даже тени показывает, это все где темно, это очень глубоко. Значит, здесь вообще нужно еще чуть-чуть вот эту часть, сейчас. Вот эту часть нужно еще немножко углубить. Сейчас этим займемся. Так, по глазу вроде бы попало. По окружности, вот она, попала. Ну и подбородок нужно чуть-чуть бугорком сделать. Сейчас все это делаем. Так, все это делаем. А, еще что, смотрите. Вот сейчас мы губу, вот губу, флатеном сделаем вот так вот. Видите, она плоская. Такого быть не может. Ее нужно вытягивать вперед. Чуть-чуть шифтом тут, видите, сетка еще не поменена. Вот. Чуть-чуть мы ее кверху поднимаем. Почему? Потому что она маленькая. И теперь флатеном нужно вот это вот дать ей, значит, вот эту вот этот угол. Вот. Все. Здесь, видите, вот у нас появляется вот эта надутость. Еще больше. Округляем наш, значит, вот этот подбородок. Так, и подбородок еще приподнимаем вверх. О. Подъем подбородка, смотрите, опять же, на должен вот этот угол быть. Вот эту часть уже мы не трогаем. Тянем только вот стрелка сюда. Стрелка туда, ну и где-то, если подтяжка, то вверх-вниз. Надеюсь, понятно. Так, теперь что делаем? Надрезочку. Видите, тут все-таки сильно еще показано. Еще больше нужно округлять. Вот. Вот эта часть. Вот. Тогда, раз появляется вот эта часть, то вот эта часть должна быть сглажено. Вот так вот. Оп. Ну вот теперь верю. Так. Теперь флатеном пройдемся где? По нижней части, вот где у нас вот эта надутость, да? По нижней челюсти вот мы ее как бы отделим от нашей вот этой основной истории. Вот делаем, видите, угол. Ну, можно вот эту часть еще больше порезать, потоньше сделать шею и шифтом выгладить. Опять же, скульптор Сальфа 6, повторюсь, любит именно работу вот углами. Под углами вот так вот. Когда вы делаете, когда вы идете в лоб, значит, персонажу, то получается... Не тот подрез, не туда уходит, значит, кисточка, и получается, что не тот будет у вас вид. Так, здесь делаем треугольник, здесь тоже делаем треугольник. И у нас получается вот эта часть еще углубляется, носовая. Вот.
Так, подрезку еще даем. Платы нам прогоним вот этот, значит, угол носа, ну, бок. Вот у нас как получается, да? Вот эта часть, вот над глазом, ее быть не должно. Здесь выемка. Мягкий треугольник вот такой. Он всегда, как бы, если вы нажмете, где у вас глаз вот это заканчивается, вы поймете, что здесь вот такой вот, как бы, треугольник, да? А вот эта часть, это уже идет здесь сейчас будет наброс, значит, мяса. Выбираем клей и чуть-чуть вот так набрасываем. Так, теперь у нас идет подрезка вот этой части. Всегда обязательно, да, выглаживаем, но здесь у нас должна быть выемка. Вот сейчас я вам ее еще покажу. Через Alt. Вот здесь у нас возвышенность, а здесь у нас вот это идет впадина, видите, да? Вот она укосина. Вот такая штука. Вот мы ее тут тоже повторили. Так, теперь что у нас? Платы нам немножко доработаем губы. Ну, чтобы помягче они были, да? Так, теперь сделаем клей. Эту впадину для губы. Вот так вот. И вот, не знаю, заметно, да? Тут, кстати, тоже можно, видите, разные менять маткапы. И здесь... Ну, большинство маткапов здесь, значит, более-менее подходит это вот этот серый. Ну, кто любит в сером даже, ну, лепить, да? Мне нравится вот глина. Я делал раньше свои маткапы, но это в папке они сохранены. Так, я ими сейчас не пользуюсь. Так, что еще? Ну, вот эти маткапы больше подходят уже для готовой модели, для подкрашенных, ну, для покрашенных. Когда вы покрасите модель, вот, этот маткап, он как бы улучшает внешность, да? Вот это дает вот свечение какое-то там, если это фантастическое какое-то там существо. Ну, в основном я вот как привык здесь в глине лепить, и сейчас везде, если кто смоет ролики, я всегда леплю в глине. Так, теперь что? Вот, в принципе, что, у нас вот похож этот персонаж, да? Теперь давайте займемся ухом. Так, это клей отключаем. Опять же, давайте через Alt, левая кнопка мыши, все это дело подберем. Вот жалко, что я снял, значит, ролик, снимал, вот как я делал сестру ее. И получается, что я его записал, потом думал позже, значит, его, как сказать, ну, доделать, там, обрезать где-то что-то, да, там, выложить. И по ошибке я его удалил, даже не переделав. Печально. Ну, прикольно, кстати, вышло. Так, вот везде рисуем, когда, вот видите, я люблю вот этот, значит, крис. Повторю, что вот когда вы нарисовали вот такую линию где-нибудь, там, обводочку где-то сделали, видите, как все тут мягко. Это шиздец какая программа. Жаль, что она не пошла дальше. Ее купила, значит, The Brush и включила программу. Называется Sculptris Pro. И там мне в этом Sculptris Pro уже так ее заморочили, что в принципе она потеряла свою изюминку. Вот ту, которую закладывал автор, да, в нее вот эту. Простота,
Единственное, да, минус в том, что когда вы лепите, много ресурсов она съедает, ну как, побольше берет, значит, чем, не, ну, возможно, как и блендер берет тоже. Чуть-чуть напряжено, значит, ну, если слабый ноут там или компьютер, то чуть-чуть будет напряжено ему, наверное. Я вот раньше замерял, по-моему, даже ролик где-то снимал, сколько ресурса, значит, та или иная программа принимает. Насколько задействована, значит, видеокарта, там, жесткий диск. Так, ну вот. И смотрите, если, значит, даже персонаж у вас похож, все у вас вроде бы хорошо туда-сюда, но если сейчас сделать ему не ту прическу, то внешний вид уже будет тоже не соответствовать этому персонажу. Так, что у нас по ушам? Уши у нее чуть-чуть в раскорячку. Вот что и доказывает вот эта вот внешность, что висок у нее натянутый, да? Но это нехорошо, чуть-чуть висок нужно вдавить. Так, ну и заключительный момент, это вот веки, как наметим, да, здесь добавим, значит, еще накид массы над глазами. Так, здесь через Alt можно чуть-чуть впадину создать, выгладить обязательно. Так, нос у нее большой, нос похож, губы похожи. Ну вот единственное, что ну, можно вот эту губу еще кверху задрать, сделать. Опять же, смотрите, как губы, надрезочку мы делаем кризом, а делаем кисточку флатом чуть поменьше и под углом просто все это дело выглаживаем. И чуть-чуть втапливаем, значит, чтобы она полукругом была. Так, вот теперь осталось, значит, добавить ей нормальную, значит, эту, как ее называют, нормальный волос. И, в принципе, что я думаю, персонаж будет похож.
Так, переносицу стойки можно обыграть, да? Вот этот провести две полоски по бокам. Ну и флаты нам. Вот. Так, ну вот это вай. Теперь, ну вот, если добавлять что-то, да, вот если вот прибавить, по размерам полностью она попала. Ну, единственное, что можно потом поиграться, растянуть черепок, чуть уменьшить, но у нас получается, смотрите, значит, если мы рисуем два квадрата, уши наравне, веки наравне, губы наравне, нос наравне тоже. Вот единственное, что подбородок, я уже с ним потом поиграю. Допустим, так, что тут можно взять? Ну, давайте драйв, кисточку чуть уменьшим, вот чуть-чуть приподнимем. Щеки, все нормально, все поймано. Так, вроде, ну еще единственное, что, ну не знаю, это опять же рисунок, да? По идее, еще нос можно и вот так растянуть. Ну, такая получается деваха. Так, вот здесь еще можно подрезочку сделать. Тоже треугольник нарисовать. И шифтом выгладить, чтобы, ну, сгладить это все дело над глазом. Вот тогда получается у нас вот каемка более, да? Ну, как-то так-то. Так, теперь что еще? Эту часть тянуть уже, в принципе, нехорошо получится. А ну-ка. Вот по картинке тут вот слишком большая вот эта часть. Как будто она удивляется. Нам это не понадобится. Это уже справит кости, значит, в блендер, если кто-то будет делать анимацию мимики. Кстати, еще нужно отделить ей рот, сделать пустоту там под зубы, чтобы она могла разговаривать. Так, это теперь дело сохраняем. Y2. Так. Ну, еще раз сохраню, потому что бывает, да, это дело подтверждаю, что бывает, что файл сохраняется, а потом не работает. Ну, все. Погнали тебе, значит, от... Клавиша табуляция убирает все наши вот эти значки. Вы можете сделать скриншот, если вам нужно, да? Табуляция включает F1. Так, это не то, это Fn, F1. Если у вас при загрузке будет вот это напоминание, да, вот сбоку, то нажимаете F1, и она убирается. Ну, такая штука. Ничего тут такого серьезного. Вот ГОС. Можно экспортировать, значит, в ZBrush отсюда, в ZBrush сюда, а отсюда в ZBrush. Этот ГОС работает. На Blender не пробовал. Возможно, тоже будет работать. Так, ну все. В ZBrush погнали. Итак, теперь давайте импортируем это дело все сюда.
вытягиваем вот эту Y. Так, что-то у меня... О, подтягивает. Тяжковато, надо вот это отключить штуку. Так, и что? Текстуры. Нажимаем импорт. Находим нашу вот эту текстурку, по которой мы делали. И попробуем, насколько попала, значит, эта внешность. Вот о чем я говорю. Видите, а здесь чуть-чуть вытянутый. Это получается, что делаем прозрачность. Делаем Z. Да, видите, глаза попали, а чуть-чуть селись, но это не проблема. Shift Z. Выбираем и чуть-чуть ее, значит, растягиваем. Shift Z. Опс. Вот теперь, пожалуйста. Так, ловим, значит, объем. Так, еще можно мофта положить, что я тут. Так. Вот здесь уже. А ну-ка, не включил я симметрию. Вот сейчас будет косяково на Mira and Well сделать. X симметрию включить, чтобы две точки появилось Shift Z. В принципе, все попало. Даже еще как бы уменьшать не пришлось. Даже уши попали почти. Вот, децл. Но опять же, это привязка к картинке. Художник не может нарисовать, да, ухо, допустим, вот так. Но если это только не лопоухий гражданин какой-то. И получается, когда мы начинаем все это прижимать, то у нас тоже будет меняться внешний вид. 2D-картинка это не всегда that good. Так, теперь... Кисть стандарт RGB, зад отключаем. Так, теперь Z. Расхождение чуть-чуть уберем. Включим наш белый маткап. Ну, смотрим, что получилось. Так, теперь Ctrl-D. Делаем побольше дивайдов. Так, чуть-чуть побольше это все сгладим. Shift-Z. А ну-ка. И попробуем еще по более полигональной, да, набросать. Ну, видите, что нос попал, все попало, глаза. Так, чуть-чуть, значит, вот так. Так, получилось. Ну так, значит, молодая Вай. Если сейчас сделать волос, я думаю, будет похожа. Профиль похож вроде. Тут уже можно, когда все готово, значит, делать какие-то корректировки, где-то что-то. Вот шею может еще потоньше сделать, это, чтобы мышца не торчала. Так, тут может еще шею как-то потоньше, но это уже надо смотреть на персонажа будет. Вот. И вы видите, что когда я лепил, вроде бы губы большие, да, но когда они раскрасились, то получается само то. Ну, теперь их можно тут, когда отделять будут они, то их уже можно корректировать. Так.
Вот опять же, да, в цвете совсем другой персонаж. Поэтому, когда вы лепите, не факт, что вы прям, возможно, где-то придется потом цвет модели чуть сжимает цвет, если другой какой-то, он расширяет модель, где-то будет она выглядеть иначе, где-то будет. Но я думаю, что с профилем я попал. Вот. Вот такой у нее интересный нос, маленькие губы. Ну, в принципе, я думаю, что похожа. Так, еще что я хотел сделать. Когда вы делаете покраску, вот вы сделали покраску, как сделать, чтобы вот эти вот части какие-то темно покрашенные более выделились от частей, которые, ну, чуть-чуть, значит, светло покрашенные, да? Так, наверное, чуть. Вот этих складок не должно быть, модель должна быть полностью выглажена. Вот теперь модель смоется совсем иначе, и хочется где-то какие-то части более утянуть. Но если я сейчас включу, допустим, модель, которая болванка, значит, со скульптой некрашенная, да, то окажется, что я тут вот натворю каких-нибудь делов, да. Вот видите, вот уже нужно без текстур на все это дело смотреть и дорабатывать. Вот так модель хорошо выглядит. Чуть не та краска, не тот цвет, не тот оттенок, не та эмоция, и все. В принципе, модель уже не похожа. Так, вот глаза внутренние, вот эти, нужно будет, значит, закрасить. С. Вот. И вставить другие глаза, нарисовать, тогда она будет еще по-другому выглядеть. Я пока оставлю на скриншот. Так, давайте добавим, значит, детали. Это геометрия, значит. Не геометрия, значит, маскинг. Mask B Color, Mask B Intensive. И теперь смотрите, выберем вот эту штуку нашу, гизмо. И начать это все скайл. Когда вытягиваем, видите, у нас какие-то части уходят вглубь, какие-то надуваются. Теперь, значит, Ctrl-Z, Ctrl-Shift-Z. Но, опять же, не каждый цвет подходит под вот эту штуку. Вот я хотел за что еще сказать. Бывает, покрасишь модельку, она прям так и просится, чтобы ее вот и вот по этим цветам растянули, да? Ну, так как-то. Ну, вот уже как бы и кожа появилась. Другой вид стал. Все, на этом всем пока. До свидания. Надеюсь, вам что-то пригодится из-за того, что я тут наболтал. Все, всем пока.